Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сделала кашпо. Возможно, кто-то узнает, что послужило трафаретом для этого кашпо. Как я творила, можете посмотреть на канале «Цветущий сад». Там есть мастер-класс. А в этом фильме прошу не расстраиваться, любителей комнатных растений. Но каланхоя прекрасно цвел, потерял свою привлекательность. И теперь я его просто обрежу. А обрежу для омоложения. И сразу буду устанавливать воду. Вид не очень красивый получился. Из одного растения можно сделать кучу растений. В этом вся наша болезнь. А потом не знаем, куда их установить. Листья можно убрать. Кстати, даже из листьев можно получить новое растение. Моя задача — дать возможность образованию корней. Корни быстро довольно идут. Если не очень хотят, поместите черенок в банку с водой и закройте крышкой. Или вот в такую глиняную плошечку. Если сомневаетесь, то можете установить в целлофановый пакет. Вид у растения получился не очень. Видите? Можно вообще обрезать. Сегодня 12 июня 2020 года. Примерно через месяц будет очередное видео. Вот это росток новый. Не стала я удалять абсолютно все. И так сильно пострадал. Даже этот, наверное, обрежу еще. Не надо жадничать. Вот так. Все. Представляете? Сколько сил появится у этого растения. А вас прошу ответить. Есть желание делать кашпо для своих любимых растений? Напишите ответ. Что за листок послужил трафаретом? Всего доброго! С вами Екатерина Снытко, любитель комнатных растений.